Итак, всем привет, это Gadget X. Компания Blue анонсировала два недорогих смартфона, D2 и D2 Pro. Несмотря на доступную цену, новинки получили 5,2-дюймовый дисплей. По краям он, значит, закруглен, 2,5D типа стекло. HD-дисплей у нас Sharp, защищенный Corning Gorilla Glass 3. Также получил металлическую раму, стеклянную заднюю крышку и двойную камеру. Pro-версия имеет поддержку сети 4-го поколения, тогда как обычный D2 способен работать лишь в 3G сетях. Также D2 Pro отличается более продвинутой камерой. Задняя сторона Blueboa D2 Pro защищена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 4, тогда как в обычном D2 используется органическое усиленное стекло. Ух ты, какое у нас пафосное название. В остальном внешние аппараты идентичны. На передней стороне находится кнопка «Домой» со сканером отпечатка пальцев. Blueboa D2 оснастили 4-ядерным процессором MediaTek MT6580A. Это старый процессор типа энергоэффективный. 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 8 ГБ с возможностью расширения. Двойную основную камеру с сенсорами на 8 и 5 мегапикселей. 8-мегапиксельную фронтальную камеру, 2 слота для сим-карты и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Blueboa D2 Pro отличается более мощным 4-ядерным процессором MT6737 и двойной камерой на 13 и 8 мегапикселей. В продажу смартфоны поступят 12 декабря. Обычный Blueboa D2 будет стоить всего $50, а D2 Pro около $80.